Народ, привет! В сегодняшнем видео мы будем разбирать кучу нашего хлама, что скопилось у нас на протяжении определенного времени. Что у нас здесь есть? Аппаратура от гелика. Ну, HG, в принципе, три канала. И реверсы руля газа. Все, никаких. А, триммер руля есть еще. Вот, и третий канал. Подключил мне лебедку. Разматываем, сматываем. Нейтраль. Вот. Это аппаратура от нашего Волка, на которого мы так и не установили еще до сих пор люстру. Вот, надо будет поставить. Так, ладно, идем дальше. Так, что у нас здесь? Так, это как раз таки и есть наш Волк. У него что у нас тут наложено-то? Так, это серво ставится. А, здесь у нас в мостах рассыпались подшипники. Вот, поэтому здесь все разобрано. Шасси Рэма Хобби. Мосты от Аксиала от первого. Вот. Ну, коробка тоже Рэма Хобби. Еще живая. Бампер развалился, надо делать. Но делать уже буду его не вот так из алюминия, а буду делать полностью выкройку металлическую и попробуем сварить. Не знаю, ни разу не занимался этим. Сварить, спаять, как получится. Пока что вот так вот. Так, что у нас дальше? Дальше у нас вот такая вот рама для прицепа. Одноосного прицепа. Напечатана на 3D принтере. И крылышки. И сама. Состоит из двух частей. Просто склеена здесь. Вот такая вот. У нас... У меня на канале вы видели уже, наверное, прицеп для лодки. Вот, это та же самая система, только там есть еще центральная часть. Вот, я ее убрал и сделал такой вот покороче немножечко. Вот. Ну, вот под обычные вот такие вот колесики можно поставить. И что-нибудь перевозить. Так, тоже в сторону убираем. Так, мешочек. Мешочек. Споры, площадки, коробка. Так, это, скорее всего, это еще от одного у нас, от одной машины. Сейчас мы до нее доберемся. Так, это если вы видели Хаммера, вот у него внутри такая вот еще была пластиковая хрень. Я ее оттуда выкрутил. Надо ее выбросить, она не нужна. Сейчас саморезик выкрутим. Сегодня такое видео разбор хлама. Возможно, что-то из этого скоро поедет. Так,
так, все, мусор. Я решил, что хватит собирать всю эту ерунду, пора это выбрасывать. Так, это от МСТХи, FlySky. Так, это, опять же, аппаратура от HG, которая подходит к Рема Хобби. И вот Рема Хобби именно ездит на этой аппаратуре. О, так, проводочки для зарядки телефона. Так, движемся дальше. Аккумулятор. Аккумулятор от Гелика HG 1500 мА, но я сюда добавил еще две баночки, маленькие такие, небольшие, так что он чуть-чуть стал побольше, но все равно в принципе маленький. Так, это радиатор охлаждения для двигателя, я про них уже вам рассказывал. Так, дальше задний бампер от Хаммера. Передний бампер от Хаммера с лебедкой. Лебедка вот такая. Управление идет прямо на ней. Вот. Дальше мы лезем. Давайте вытащим колеса. Вот такие вот колесики. Все спустили на морозе. Сплющило их. Надо будет разбирать. Так, дальше что у нас? Так, вот такое вот что-то я баловался, делал типа кронштейн. Ну, мне греть нечем было, я его просто отдолбил. Вот, и делал на Хаммере сзади запаска. Так, и вот. Вот рама у нас от первого аксиала, куда я хотел перенести двигатель назад. Аккумулятор будет спереди. Будет такая у нас заднемоторная тачка. Вот, в принципе, вот что-то я тут уже делал. Вот такое исполнение будет. Надо вот только все это дело будет собрать, чем теперь. Настроить коробка, значит, вот так от первого аксиала будет крутиться. Нужно короткие карданчики, но я думаю, что вот этот я вот от Рема Хобби укорочу. Вот уже тут прикинул, он уже раздолбанный, конечно, но для начала попробовать. И от этой уже раздаточки она хоть и один к одному, но передаточное число, но зато пропадет карданный эффект. Наперед, назад пошло. Вот, это у нас Хаммер. Это у нас Хаммер, да, не смейтесь. Дальше. Это вот у нас как раз-таки передний мост от Хаммера. МСТ CFXW. Пакетики какие-то. Так, что у нас тут дальше? Вот, что-то большое. Так, это электроника. А, электроника, это от Хаммера у нас. Регулятор оборотов. Хобби Винг 1060. И приемник FlatSky на 3 канала. Такой Y-образный для разветвления проводочек. Так, убираем. Так. Это вот у нас Рема Хобби. А здесь у нас с вами нечто интересное. Здесь у нас шаська. Шась-котлетка, назовем ее так. Мосты Рема Хобби. Рама Хенгуан HG. Вот. Бампера. Передний, задний, это 3D принтер.
принципе, нормальные, крепкие такие. Ну, надо будет покрасить. Вот. И регулятор от гелика. Трехканальный. К нему без проблем коннектится аппаратура Рема Хобби. И вот такой кузовок у нас здесь. Как-то это будет у нас такой зимний проходимец. На эту модель мы будем устанавливать комбо-набор наш. Будем тестировать на ней. Тачка будет у нас, значит, сейчас зимним первопроходцем. Вот, на таких вот больших колесах. Сейчас будем ставить на нее, значит, сначала будем ставить на нее 45 витков мотор. Попробуем на нем поездим, а потом будем ставить на нее уже 21 виток. И сравним, насколько будет шустрей, насколько какой двигатель лучше подходит. 21 виток, это, конечно, очень шустрая она будет, но посмотрим. Может быть, будем ездить либо 21 виток на 2S аккумуляторе, либо 45 витков на 3S аккумуляторе. Посмотрим. Все будет, тесты будут. Так, убираем на полку ее. Так, и что у нас осталось? В коробке у нас осталось наш кузов от Хаммера, на который я хочу сделать, чтобы вся оптика была. Немножечко такой он потрепанный. Ну, это от игрушки. От... Радиоуправляемый такой джип непропорциональный был, непонятного размера. Непонятный масштаб у него. Ну, я так думаю, наверное, 1 к 12 он ближе. Непонятный такой. Я его не мерил, правда. Вот. Так что тоже сейчас надо как-то это все дело подсобрать. Наверное, вот так. Задний мост. Передний мост. Бампера. Так. И шасси сама. Так, и тоже это мы все дело. А, запаску еще не положил. Запаску еще. И куда-то на полку. Так. Вайлтойсовские колеса. Ну, может быть, для прицепа, не знаю, для чего их такие. Одно ударенное. Это от первой тачки. Такие вот. На прицепчик куда-нибудь. И вот такие вот из какого-то двигателя я набрал. Типа рессоры. Но что-то они гнутся. И скорее всего, особенно вот это вот. Это вроде еще ничего. Сделать рессорки. Вот несколько у меня таких. Не знаю, получится из них что-то или нет. Но хранятся у меня тут. Так, ну и все. Хлам раскидали по полочкам. Теперь будем приниматься что-нибудь из него собирать.